Выбирай место для остановки. И на меня смотрит. А что на меня смотреть-то? Все правильно, 3 полосы, знака не было. Ну и все, значит. Выбирай место для разворота. Я могу вот так вот сразу? Надо было выключить поворотник, потом заново включить. А, да? 2 раза? Ты 2 маневра выполнил. Ага. Первый маневр ты перестроилась в одну полосу, и второй маневр. Все, понятно. Помнишь, что делаем? Так, прям аккуратно с обычной линией. Что ты здесь останавливаешься? Ну ладно, потихонечку. Потихонечку. Хорошо. Дальше что делаем? Разворачиваемся. И красный сигнал светофора. Это пешеходный переход. Да. Запомни раз и навсегда. Поняла. Видишь торговый центр Выбор? Да. Вот здесь пешеходный переход. Все, я поняла. То есть не можешь тут закончить маневр, потому что по факту его не было. То есть я могла развернуться, но мне надо было. Если красный сигнал светофора горит пешеходный, да, он запрещает всем движение. Ну, да. Смотри, где ты едешь.